Здорово всем, привет всем! Как вы знаете, скоро осень, 1 сентября, а это значит, что ваши и мои спиногрызы, которые находятся у меня в подвале прямо сейчас, пойдут в школу. А я был бы не я, если бы не научил вас собирать им рюкзак. Чтобы собрать ребенка в школу, что первым делом нужно купить? Правильно, рюкзак. Рюкзак должен быть комфортный, ребенок должен не плакать от того, что он носит миллион книжек у себя на спине, как бы. И он должен нормально открываться и как бы застежечки работать. Ну вот, собственно, сам рюкзак у нас есть. И теперь нужно положить в него вещи. А вещи у ребенка будут самые главные. Первая главная вещь в рюкзаке — это, конечно же, какая-нибудь ручка. Потому что чем он будет писать пальцем или чем, или кровью, я не знаю, там, слезами, блять, хуй знает чем, но. Главная ручка первая. Следом к ручке должны прилагаться две тетрадки. Любые, рандомные. 24, 48, 56, 645, 3973 листа. Примерно где-то вот. Ну, мне хватало, я по своему опыту говорю. Ну, и, конечно же, ручка сама. Сама рука, конечно же, нужна. Куда же ребенок без рук-то пойдет-то, а? Не знаю. Также давайте не будем забывать о безопасности ребенка на улице, дома или в школе. Поэтому мы должны положить в этот рюкзак средства индивидуальной защиты. Это, конечно же, гражданский противогаз 7. Также, если на вашего ребенка нападут, ему понадобится средство самообороны. Предметы. Самообороны. Да, вот это вот самый раз как раз. Также давайте не будем забывать про детей, у которых очень плохо работают глазки. Им понадобится вот эта залупа. Ой, лупа. Также очень важно, чтобы у вашего ребенка имелся телефон какой-нибудь. Раскладушечка Nokia какая-нибудь или iPhone 3 5 1 4 8 8 2 2 8 6 5 4 1. Ну, в общем, телефон, мобилка какая-то, чтобы он мог позвонить в случае чего вам и сидеть играть в говно какой-то на переменах, ну или достать бучий тикток, блять, или смотреть меня, ну типа, что еще делать ребенку в школе, блять, не учиться же, нам в принципе на улице. Также давайте не будем забывать, что у вашего ребенка может внезапно заболеть голова, понос случится, ну или просто воспаление хитрости. Поэтому ему понадобятся вот такие вот таблеточки в индивидуальных коробочках каких-то. Также очень важно, чтобы ваш ребенок знал, сколько у него времени на перемену, на контрольную или на что-то еще. Поэтому подарите ему часы какие-нибудь, желательно Rolex. Ну типа, если вы не можете обеспечить ребенку нормальные часики, то вы нищий просто. Ну как бы, как я, блядь. Также, если ваш ребенок очень сильно устает во время уроков, и ему нужно отпустить парня на перемене, то я могу предложить ему индивидуальную систему Роскумара. Если что, это не предмет для курения, как бы, это просто Роскумар. Мы против употребления запрещенных наркотических веществ, против употребления никотина и против употребления вообще всяческого говна. Кстати, для Роскумара может подойти шайба, погонять шайбу. Ну, не того, о чем вы подумали, а просто шайба, вот, как бы, берете вот так вот и кидаете друг друга. Такой вот прикольчик, знаете, вот. У меня кончились вещи. Что мне делать? Поищи где-нибудь. Ладно, сейчас поищу. Ну, собственно, что еще нужно ребенку в школу? Вроде бы все как бы есть, но если ваш ребенок хочет как-то выделиться, наденьте ему на голову ушки, и пусть он знает, какой он зайчка. Миленький уебок! Ну, в общем, вы поняли, просто подбодрить ребенка штука. Из-за того, что у меня кончились как бы вещи, которые мне подготовил мой поставщик, я буду пользоваться теми, что у меня есть, у меня лично в моем рюкзачке. Вот, давайте поехали, наверное. Собственно, выворачиваю. А выпала эта изолента. Она будет нужна, наверное, вашему ребенку, чтобы починить телефон там, да, починить что-то, короче. Или закрыть кому-то лицо, заклеить рот. Также еще у меня выпал компас.
компас нужен каждому ребенку, чтобы он знал, где находится север, юг, запад и восток. А еще главное, чтобы он знал, где находится его дом, в какой стороне. Потому что если вдруг за ним побежит дядя, то он навряд ли сможет успеть позвонить или написать своим родителям, потому что дяде сперва нужен будет его телефон. Знаю на личном опыте. Также говоря о самообороне, ребенок может воспользоваться птичкой на льдёт и, ну, выпустить дядю эту. И она взорвётся просто, вот и все. Как бы нет мужчины того страшненького дяди, дяди. Нет проблем, вот и все. Опа, опа. Это что? А, это паштет, паштет. Если ваш ребенок проголодает, и вы не хотите тратить деньги на то, чтобы ребенок ел в буфете, потому что там заоблачные цены, приготовьте ему паштетик и что-нибудь еще такое с собой. Так у меня выпало кое-что очень интересное, но это уже для меня, но не для вас уж точно, дети выразились на что-то. Просто так, я ведь не буду вести себя как дети, да, правильно? Так, стоп-то есть, ну, в принципе, неплохо, да. Ну, вы можете, это для папы, или для мамы, я не знаю, для кого-нибудь. Короче, повеселитесь там, вместе там, родители будут, мама, папа, дядя, тетя, все могут взять вот это и повеселиться. Только не забудьте взять к вот этому вот, что-нибудь под закусь, иначе будет не весело, совсем не весело. Например, возьмите вот помидоры. Я буду сейчас кушать эти помидоры, потому что это вся моя зарплата. А больше мне не дают, потому что меня держат в подвале и заставляют смотреть за тем, как тысяча маленьких испанских детей работают и делают нам одежду. Помогите. Ну вот, собственно, вашего ребенка я и собрал. Теперь вы знаете, что нужно ребенку, что не нужно, что обязательно надо. И если имеются возражения какие-то, напишите в комментариях там где-то вот там вот внизу. Или перейдите в мой телеграм-канал где-то вот. Тут я его вот высвечу, вот так, наверное. Да, можете написать свои претензии, подписывайтесь на этот канал, как бы, да. О, труба. А, еще забыл вам сказать, ставьте лайки, конечно, лайки. Все, мы закончили, я могу пойти кушать. Забейся.